Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, очень хорошие новости. Федерация фигурного катания на коньках России решили провести дополнительный турнир. Федерация фигурного катания на коньках России намерена провести в феврале в Москве командный турнир, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Международный союз конькобежцев ИСУ отменил чемпионат Европы, который должен был состояться в конце января в Загребе, после чего федерация изъявила о желании провести дополнительные турниры в стране. По сообщениям источника, командный турнир, вероятно, будет представлять собой соревнование во всех четырех видах фигурного катания между двумя примерно равными по силе командами, составленными из лучших фигуристов страны по результатам декабрьского чемпионата России и с приглашением других лидеров национальной сборной, которые не смогли стартовать на внутреннем чемпионате. Турнир, скорее всего, примет дворец «Мегаспорт» в Москве, примерно спустя неделю после первенства России среди юниоров, которое состоится 1-5 февраля в Красноярске. Соревнования в Москве должны пройти в присутствии зрителей. И, конечно же, Татьяна Тарасова уже это прокомментировала. Тарасова: командный турнир российских фигуристов будет отличным. Командный турнир по фигурному катанию среди российских спортсменов будет представлять большой интерес для болельщиков и специалистов, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Я приветствую любой турнир, командный будет, конечно, отличным, потому что командные соревнования всегда представляют интерес. Хорошо, что мы приобретаем такой опыт, ведь Japan Open командный турнир среди сборных Северной Америки, Европы и Японии, проводящийся в Японии. Вот и мы будем проводить похожий турнир, сказала Тарасова.